правильно реставрацию проводить. Попрошайки на вопросы полицейских отвечали охотно. Они утверждают, что деньги, которые собирают, отдают главному. Часть из них он передает подросткам в качестве заработной платы, остальные купюры идут на реставрацию больницы, уверены мальчики. У вас что, организация какая-то или что? Благотворительный. Почему на дороге собираете, на проезжей части? Однако инспекторы настаивают, дорога не место для благотворительности. Вообще, что это за фонд? На что он собирает? Я не думаю, что у нас есть на сегодняшний день лицензированные организации, в которых дети собирают на ремонт государственных учреждений. Сейчас правоохранительные органы выясняют, законно ли этот благотворительный фонд собирает деньги. Между тем, на его руководителя, по данным полиции, зарегистрирована иномарка премиум-класса. Юлия Шабанова, Анастасия Елисеева, эфир 24.